среду черноморский городской голова Валерий Хмельнюк встретился со спортсменами нашего города, имена которых известны не только в Украине, но и далеко за ее пределами. Волейболистка Раиса Рылова в этом году завоевала золото на 23-х летних Дефлимпийских играх в Турции. А каратистка Анита Серегина стала серебряным призером 10-х всемирных игр в Польше. За высокие достижения девушки были отмечены государственными наградами орден княгини Ольги 3-й степени. Тренер Раисы Рыловой Василина Дедкова рассказала о планах спортсменки на будущее. Девочка очень старательная, очень активная, большое желание у нее. И сейчас у нее цель участвовать в следующих Олимпийских играх. А в течение вот этих 4 лет это участие в различных спортивных соревнованиях, начиная с чемпионата Украины и дальше там чемпионаты мира играть будут они. Новый виток развития пляжный волейбол получил после того, как городские власти провели реконструкцию спортивных площадок на берегу моря. Оборудовали наши площадки, облагородили, загородили. И очень приятно заниматься на этих площадках, построенные с крышами защита от солнца, потому что у нас этого не было и некуда было ни детям, ни тренерам спрятаться от солнышка, когда слишком проводятся соревнования, ты целый день на соревнованиях находишься под солнцем. Вот. Сделаны трибуны очень качественно. Вот. И мы очень благодарны, что мэрия города, комитет физкультуры, наш завгородно детская спортивная школа вложили очень много труда для того, чтобы дети могли заниматься на этих площадках и показывать высокие результаты. Для каратистки Аниты Серегиной государственная награда – приятный бонус ко всем ее победам, так как самые яркие впечатления спортсменка получает, стоя на высших ступенях пьедестала почета европейских и мировых соревнований. На самом деле эти награды – это уже как такое приятное дополнение ко всем тем медалям, которые я выиграю, потому что, видите, от этих наград, приятно, но больше эмоций я все равно получаю после боев, после побед, стоя на пьедестале, когда пою гимн страны. А уже когда приезжаю домой, уже все, наверное, чувства и эмоции я все там получаю, на соревнованиях. Но за эти награды, конечно, очень приятно. Анита не собирается останавливаться на достигнутом, ведь впереди еще немало вершин. Последние соревнования в этом году – это премьер-лига серии А в Японии. И на этом мы завершим этот год. И уже со следующего года уже подготовлен Всемирной федерацией карате график турниров, календарь турниров премьер-лиги серии А. Очень плотный, потому что каждый этот турнир, за него будут даваться баллы для рейтинга уже на Олимпиаду. Поэтому следующий год, конечно, будет очень такой сильный, и надо плодотворно выступить на всех тех турнирах. Поддержку на спортивном пути Аните Серегиной оказывает город и меценаты. Город помогает, власти помогают. Огромная благодарность Юрию Ивановичу. Он также помогает нам со спортивным питанием, потому что восстановление в нашем виде спорта – это очень важно. Иначе мы будем как выжатые лимоны без дополнительного питания. И, конечно, я уже живу в новой квартире, которую мне дали. Тоже большая благодарность Валерию Яковлевичу за это. Потому что уже как-то один груз с плеч упал. За вклад в развитие спорта тренер Аниты Александр Танкашкур получил звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины». За почти 20 лет работы он вывел собственную формулу успешной тренерской деятельности. Прежде всего, я думаю, любовь к своему профессиональному делу должна жить. Именно не просто любовь снаружи, а изнутри. Второе – это каждый тренер имеет какую-то чувствительность, какую-то чуйку. Да? Он видит где-то перспективу спортсмена, он выкладывается точно так же на тренировке, как и спортсмен. И вот когда такие моменты в жизни наступают, что ты понимаешь, что ты что-то должен сделать, именно должен сделать не просто, как каждый день, а должен сделать сверх возможности свои, да? Пожертвовать своим собственным временем, силами, желанием, направить полностью мысли, концентрацию, то тогда получается именно такой вот зародыш, такой спортсмен,
Ну, в результате, наверное, звание, которое мы получили. Я не хочу, чтобы эти звания и регалии меня расслабляли, потому что на самом деле у меня есть еще очень много планов, которые нужно реализовать в жизни как тренеру, как педагогу, который воспитывает не просто спортсменов, а поднимает личность в обществе. Да? Для меня это более важный аспект в моем деле, потому что считаю, что можно быть хорошим тренером, но не забывать о том, что ты прежде всего педагог, что от твоих слов, от твоих действий, от твоей работы зависит личность, как она будет развиваться в будущем. Поэтому я думаю, что все получится в будущем. И дай Бог, чтобы эти тренера, которые получают такие звания и делают такой результат, чтобы они не уехали работать за границу, что нам вот предлагают, да, большинству, потому что в этой стране, к сожалению, вот эта наша работа и высокий наш труд не очень оценивается, прежде всего, финансово. Поэтому очень важно, чтобы эти тренера, эти кадры остались в этой стране и работали на благо нашего спорта. Спортсменок и их тренеров поздравил и вручил памятные подарки депутат Черноморского городского совета Юрий Бусько. Теплые слова прозвучали от заместителя мэра Натальи Чумель и директора спортивной школы Оксаны Демченко. И главными в этот день стали пожелания успехов на предстоящих соревнованиях и новых достижений.